Привет! С тобой Вексель Реал и игра «Война миров Z». Снова сетевая игра, но на этот раз уже смертельный матч. Две команды сходятся в безжалостной схватке, не на жизнь, а на смерть. Точки никакие захватывать не надо, видимо, нужно настрелять определенное количество фрагов. Сейчас мы посмотрим. Точнее, я посмотрю, а ты, когда подсоединишься, тоже посмотришь. Так что давай, лови момент, присоединяйся, будем играть. Ну что, попробовать вояку. Ладно, первый бой в смертельной схватке я попробую за вояку. Тем более, что вот он у него прикид как у вояки, точно. Пресса. Это, видимо, журналист был в прошлой жизни, до зомби-апокалипсиса. Так, опять какая-то новая карта, да, отлично. Новая для меня. Уничтожьте 50 игроков врагов. Что? Откуда они начнут нападать и когда? Хороший. Туф, что ты, господи? Чё за прикол? Ага, снайпер. Понял. Это был снайпер. Вон он, вижу. А вот тебе. Будешь стоять там прицеливать. Ай-яй. Не хотят умирать. Надо как-то спуститься на низ. Не очень мне как сверху стрелять. Что это было? Боже. У него дробовик, да? Наверное. Взял я себе автомат. В прошлом бою был с одиночными зомби в торговом центре. Торговый центр где? Где я нахожусь или наоборот? А, нет, наверное, там. Один готов. Тихо. Все, я понял. Не смог я уже убежать. Меня зомбаки загрызли до смерти. 4 на 8. Что-то мы, ребята, слабовато как-то. Играем. Так, тяжелое вооружение готово, да? Где ты там? Надо как-то пробраться к ним в гости. О, через подвал можно попробовать. О боже, напугало меня. Так, вроде они с этой стороны, да, с нами воевали. Да где вы, ё-моё, тут уже обошел все, что можно, ну. Один готов. Ой! Как ты оказался сзади у меня, за спиной, зараза такая.
Тяжелое вооружение у меня готово, да? Так, двое готовы. Отлично. Ой, кончились патроны. Немного зомбаков постреляем. Для очков. Ой! Волна закончена. Так, ты где? Кто тут в меня стрелять смел? Интересно, где он делся. Где-то ж делся. Короче, скоптил куда-то, похоже. Понятно. Кто-то его сожрал. Ты что, живой, что ли? Где вы попрятались, парни? Даже как-то интересно. Куда делись? Что игроки отсоединяются перед... Аж! Я засмотрелся, как-то задумался, откровенно говоря. Надо быть всегда на чеку. Критический уровень шума, значит, сейчас будут зомбаки. Снайперка, да? Ладно. Снайперка так снайперка. Походу. А кто меня убил? А, мы обменялись, короче, выстрелами. Прикольно было. А где зомбаки-то? Где зомбаки? Где зомбаки? Я бы вообще хотел бы сейчас снайперку взять. Я бы хотел взять снайперку. 21-24. Довольно неплохо идем. Понятно. Тут наши. И тут наши. Тут наши. Ты! Боже! Наши ж везде были, как так-то. Я не успел поменять. Изменить класс. Специалиста хочу. Можно вот так вот поменять класс, да? Туда побежала. Вот, вот, не, вниз. Я думала, она захочет обойти меня, но не обошла. Тяжелое вооружение готово. Не знаю, долетит, не долетит. Убили ее. Так, кто там следующий? Не понял, откуда вы. Ага. Вижу. Зомби в баре. Ой, я в баре. Ну, мне срочно нужно было убегать. Было без шансов. О, это что такое? А, тяжелое оружие можно сразу было подобрать, прикольно. Тяжелое оружие готово. Волна закончена, да? Где враги? Выходите.
я начал за специалиста, я понял. Только я не за него вроде хотел. Сменить класс, специалист не то. Нет, изменить класс, я хотел... Фантома, во, точно. Со снайперкой. А может, и специалиста хотел, я уже и не помню даже. Ух ты, чё было? Ничего не понял, что было. Так, вот теперь я специалист, да? А, так победа. 46-35. Мы их уделали. 8 убийств, 11 смертей. Боже мой, какой позор. Победа победой, но я, если честно, хочу закрепить результат. Так что попробую еще разок. Ну там смеются что-то. 0 смертей, 20 убийств у кого-то было. Кто-то был очень крут. Мандарин Тудей, вот этот что ли? Ладно, я опять за вояку попробую. Фантом, разрушитель. Так, а почему я специалиста хотел? Не знаю, разрушитель. Нет, я, наверное, фантома все-таки. Возьму. Возьму фантома. Снайперка, микро-ПП. Если ближний бой, микро-ПП. Если дальний, снайперка. Сейчас все будет зависеть от карты. Смертельный матч, вокзал. Вокзал. О, не знаю. Она, в принципе, тут все карты не сильно большие. Ну да ладно. Уничтожьте 50 игроков врагов. А где они? Кто скажет? Пока только зомбаков уничтожили. А враги-то будут сегодня, не? Кто там? А, он у них один, Waterfish, понятно. И он хорошо прячется, видимо, еще и убил нашего одного. Круто. Интересно, где он? Это хороший вопрос. Так, а здесь я не могу перепрыгнуть, да? Не могу. Там был. Видел же сразу. Убил еще раз нашего, ну. Сейчас один на троих ушатает, походу, да? Крутой парень. Зомби в лофте. Так, лофт это где? Надо бы приготовиться, ясно. Ой-ой-ой. Не-не-не, пора убегать. Тик, уходим. Не ушел, понятно. Так, ладно, сменить класс. А, я хотел сменить класс. Изменить класс. Я начну за вояку. Что-то тут карты такие маленькие, тут снова не поснайперишь. Он умер, не? Умер. Вроде как умер, где теперь его ждать? Он все еще один? Нет, их уже двое, уже интереснее будет. Не вылезет же повторно в одном и том же месте. Ой! Что это было? Боже! Меня электрошоком, походу, рубануло.
Ну и что, где парни? О боже. Не, ты не пройдешь тут. Зомби на железной дороге. Теперь. Офигеть, я сейчас очков не стреляю. Ладно, в принципе, прикольно. Это тоже опыт. Поднимем вояки уровень, значит. Отлично. Всех зомбаков захнули. Теперь можно заняться и обычными игроками. Ой-ой-ой. Эх ты, ё-моё, у меня был крутой пулемет, я не смог ничего сделать. Я тебе сейчас отомщу, пойду. Ватерфиш, мы с Ватерфишем обменялись. Ого, 4 на 4 уже. Давайте, ребята, чё не воюем? Давайте-ка... Пора заканчивать эту битву. Где вообще враги? Их же четверо должно быть, вроде видно. Что где-то кто-то есть. Где-то они есть, но где-то их и нет. Я вот не вижу. Вроде карта небольшая. Никого не найти. И опять зомбаки. Ага, там сидят. Убили нашего пацана. Опачки! Что это было? Снайперка была, да? Я понял. На тебе. Электрошокером меня жахнул, ну. Нехороший человек. Так, ладно, не буду их трогать, пускай бегут. Ага, они меня сами тронули. Так, где враги? Вижу. Ватерфиш. Мой злейший враг. Сюда побежал. Кого-то уже убил из наших. Стоять! Не ушел от моей гранаты. Это очень даже хорошо. Так, наверняка опять судой ломанутся. Критический уровень шума, скоро будут зомбаки. Ай-яй-яй! Какой-то у него посерьезнее пулемет, чем мой. Его кунг-фу сильнее моего кунг-фу. Heavy weapon taken. Отлично. Так, зомби на железной дороге. Это где-то здесь, да?
Тяжелое вооружение готово, может зомбаков пострелять. One after another. Ой, 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 ой! Ух ты, сколько вас там! Блин, как шикарно можно было вам там навешать. Ладно, 23-13. Как скажете. Ой! Матч ends in one minute. Так, зомби вроде закончились. Теперь. Ага. Баттерфиш вниз побежал, я видел. Уже нет. Уже смылся. Куда теперь мне идти? Ой! Все, победа. 26-17. Нужно еще определенное количество времени, значит, продержаться. Убийств 4, смерти 7. Понятно, ничего интересного. Ясно, опять. Хорошо. Что я там поднял, никому не поднял уровень. Сейчас проверю. О, отлично, вояки 10 левел взял. Ладно, сейчас хочу немножко там посмотреть, что у кого. Так, у фантома. Улучшенная винтовка какая-то. Так, а вояка? Неактивное оружие автоматически заряжается. Это можно выбирать скилл, да? Осколочные гранаты взрываются на 50% быстрее. Урон повышен. Типа можно менять скилл, да? Я понял. Тут скорость перезарядки увеличена на 50. При уровне здоровья ниже. Неактивное оружие автоматически заряжается. Ладно. Смена оружия происходит на 50% быстрее. Это уже лучше. Что у меня там 20 осталось? Фантома я ничего не смогу улучшить. Снайперская. Улучшенная винтовка мини-21. Так, используйте в бою улучшенную винтовку мини-21. Ладно, это все потом. В принципе, прикольно было. Весело. Если тебе было тоже прикольно и весело, ставь лайк. Подписывайся на канал. Не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео. Я думаю, оно будет завтра. Хотя не уверен. Но зачастую так бывает. В общем, увидимся в следующем ролике. Пока.